знаешь, когда мне звонит президент? Прошу прощения. Прямо сейчас. Путин. Кто хозяин Кремля? Путин. Владимир Владимирович. Путин. Существование США не входит в план России. Путин. В радиоактивный пепел. Путин. Это личное решение Путина. Путин. О том, что творится. Курсит. Путин. Быть сильным и вести Россию вверх. Путин. Самые мрачные дни путинской диктатуры. Путин. Курит спайс в обычном кировском гараже. Почему я так делаю руками? Вот сейчас приду в каждую интернет-норку и объясню. Путин. Помню кошмар дефолта у нас в 98-м. Путин. У меня в руках информационные бомбы. Путин. Вынужден взять штурвал на себя и жать на газ. Путин. Хватит мямлить. Пора говорить, как есть. Путин. Ни санкций, ни бойкотов, ни дипломатических нот. Путин. Представляет Америке все большую угрозу. Путин. Референдум в Крыму и свободное волеизъявление жителей. Путин. Безусловный успех России. Путин. Великодушная Москва держит мир на своей ладони. Путин. Утопия, в которой президентом мира становится Путин. Путин не гад. Кричащая оппозиция. Путин не гад. Путин использовал дурь украинцев. Путин не гад. Поддержал около 2 миллионов крестьян. Путин не гад. С таким как-то даже не принято спорить. Путин не гад. Можем мы это сделать? Конечно, можем. Путин. Россияне в массе своей очень ценят Путина. В любом случае, у Путина чемпионский рейтинг.